А может быть, вы ради интереса, как челлендж, попробуете повторить за мной? Конечно. Как такое не принять? Я так больше не могу! Ребята, перед началом хочу с вами поделиться радостной новостью. Сбылась моя мечта. У меня будет первый в жизни тур по городам с концертами, и я очень хочу пригласить вас туда. Это будет крутейшее акустическое фингерстайл-шоу с барабанами, и я такое для вас приготовил, чтобы вы понимали, Кроу отдыхает. Итак, Москва, суббота, 21 сентября. Питер, воскресенье, 6 октября. И также будет еще Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, но эти города появятся в продаже чуть позже. Покупайте билеты по ссылке в описании, очень сильно буду вас ждать. Только, судя по прошлому году, билеты очень быстро раскупили. И не все смогли попасть, поэтому поторопитесь. Это безумие. Безумие. Вы набрали вот такое количество лайков. Ой, так God. Быстро, это просто невероятно. И поэтому, ребята, новая часть для вас, все как и обещано. Всем привет! Вы на канале Акстер, меня зовут Паша. Это Саша Квашина. И сегодня малыши возвращаются. Для тех, кто не в теме, еще раз быстренько повторю. Значит, сегодня мы под масками. Малышей. Всем привет! Ну вы прикиньте, взрослые люди явно не ожидают от таких маленьких человечков. Что-то не сверхъестественное. А тут мы. А мы попробуем что-то сюрприз! Сделать. Ну, в общем, все увидите, не будем спойлерить. Вот такие дела. Ребята, еще важная тема, да. Саш, для обсуждения с тобой. Да, конечно, давай. Смотри, вот столько у меня лайков подписчиков. Да. И вот столько у тебя. Столько моих любимых пошлянцев, да. А вот столько моих любимых подписчиков. Я понимаю уже, на что ты намекаешь. Ты чуть-чуть меня обогнала. Ребята, давайте попробуем исправить это и сделать так, чтобы у нас с Сашей было поровну. Поровну. Вот давайте, чтобы победила дружба, да? Да. Чур от меня не отписываться. Да. Подписывайтесь на Пашу. И там, и там поднять, но чтобы поровну. Да. Поэтому обязательно подписывайтесь. Что думаешь о числа от 122 до 123? Не думай, даже не думай. 123. Ого, весьма неожиданно. Ребята, если мы наберем 123 тысячи лайков, я что-нибудь придумаю, чтобы снова позвать Сашу, и мы сделали для вас новую часть малышей. Вот так, значит? Да. Ребята, ну, ребят, дело за вами. Я уж не знаю, смогут они или нет. Вы вообще невероятные вещи творите. Я знаю, что вы точно сможете. Вы вообще красавчики. Все, ставим лайк и приятного вам просмотра. Мы старались для вас. Надеюсь, вы оцените. Лайки обязательно. Погнали. И сегодня, притворяясь новичком, спустя полгода после первой части, вот так вот время быстро летит. Капец, представляете, 4 года прошло с этого видео. Какой большой путь мы с вами проделали, и очень приятно, что вы все это время со мной поддерживаете меня. Кстати, знаете, что я тут заметил? Первому ролику Саши Малышка скоро почти год. Могу ложку разобрать. Уже год прошел, представляете? Это надо отметить. Я должен подарить ей что-нибудь крутое. Вы знаете, я мастер подарков, и Саша я тоже придумал кое-что особенное. Так совпало, что именно в этом месяце свой 4-й день рождения празднует Мазабри, наш любимый бесконечный фотоконструктор, который любую фотку или изображение превращает в пиксельную картину из маленьких кубиков. Вы помните, я уже много всякого собирал. У меня был и Санта-Клаус, и Малышак Стар, но в этот раз особый случай. В честь годовщины нашего Саши видоса я подарю ей эту большую картину. И это не просто фотка, это наша с ней первая фотография в образе малышей, которая сейчас стоит на превьюшке того видоса. В общем, легендарочка, собирали всей командой. Знаете, в чем еще гениальность этого подарка? В том, что если Саша захочет сама что-нибудь собрать, ей не придется бежать в магазин за новым набором, потому что этот хитрый конструктор пересобираем. Ей нужно будет просто загрузить желаемую картинку или фотку на сайт mazabrik.ru и получить новую инструкцию по сборке. Кто не знает, Мазабрик бывает в 3 размерах и 2 цветовых гаммах, черно-белые и цветные бежевые. Наборы можно объединять, собирать картины аж в полный рост. В каждой такой коробке есть все необходимое для сборки, а самих кубиков намного больше, чем может понадобиться для любой фотки. В интерьере картина шикарно смотрится и, поверьте, всегда становится центром притяжения взглядов гостей. Мазабрик уже 4 года заботится о том, чтобы ваши подарки были крутыми и радовали близких. И в честь этого, только в июле по промокоду VR34 вы получите самую большую скидку в истории. Даже больше, чем на Новый год или Черную пятницу. Чего еще ждать? Бегом по ссылке в описании на официальный сайт mazabrik.ru. Оформляй заказ, вводи промокод и получай скидку 34% на все наборы. Дарите крутые подарки, а я пошел отправлять свой подарок Саше. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты кто у нас? Смотрите, это моя сестра, ее зовут Саша. Саша. Родителей дома нет, она маленькая, ее попросили за ней присмотреть. Вот, пусть посидит. У вас урок тут будет? Да, хорошо. Это вот у взрослых людей вот занимается. Поэтому не мешай, сиди тихо. Хорошо, так. Паш, ну что? Нигде в музыкальных школах я не занимался. Я все в детском лагере вот только единственное там позанимался чуть-чуть.
Супер, супер. Давай тогда с тобой чуть-чуть пройдемся. Я посмотрю на твою правую руку, на твою левую. Вот скажи, пожалуйста, правой ручкой вот такое вот сможем сыграть с тобой? Это все легко. Супер, отлично. У тебя, кстати, перчатки какие-то модные, стильные. Как раз в лагере и научили в них играть. Mm-hmm. Они, как мне объяснили, они держат вот эти вот все мышцы в таком тонусе, а рука такая более собранная. Ого, здорово, здорово. Попробуйте, попробуйте обязательно, в них очень удобно. Здорово, спасибо за совет, обязательно попробую. Хорошо, поставь какие-нибудь аккорды, которые ты сможешь. Это у вас АМ. Это у меня АМ, да, ля минор, молодец, супер. Да. И мы по табулатуре вообще вот играем различные мелодии какие-то интересные. По табам просто, наверное, сложно. Я просто смотрю видео на ютубе, вот, как кто-то играет. Включаю на скорость 0,5 и медленно смотрю, как повторяю, каким пальцем он какую струну дергает, на каком ладу пальчик стоит, вот так вот. А, ты с рук читаешь. Да, с рук читаю. Да, хорошо. Давай попробуем. Тебе видно меня хорошо? Сейчас гитару видно? Да, все хорошо. Да? Давай, такая мелодия будет, например. Угу. Длинная достаточно. Ну, что запомнил, возможно. Ага, сейчас. Ты прям вот. Хорошо все запомнил. Да. Слух у тебя прекрасный, замечательно, отлично. Паша молодец, да. Вообще молодец, конечно. Так, ну хорошо, хорошо. Хоть еще попробуем с тобой чуть-чуть поставить? Давайте, да, что угодно. Я на самом деле, мне так удобно заниматься. Я вообще чего пришел-то? Вот уже разные произведения так с рук снял. И какую-то одну такую. Вы можете потом посмотреть вообще, как я играю. И скажете, что может мне не так поменять, может что. Хорошо, давай, обязательно к этому вернемся. Ну давай, вот смотри, такая мелодия будет у нас с тобой. Сложнее. Я вообще не понимаю, как ты это... Это браво, вау. Мне в таких... Спасибо. Да. Здорово. И... А может так и учиться, вы можете что угодно играть, я буду повторять. Серьезно? Ну давай, хорошо. Вот такая вот есть. Это Believer, да? Да, это Сашкина, да. Одна из любимых, кстати. А я знаю, как на русском эту песню можно спеть. Ты хочешь спеть? О, так, хорошо. То есть ты предлагаешь, чтобы я сыграл, ты спела? Я, честно говоря, эту песню, вот Сашкина, одна из любимых, я ее уже научился играть. О, здорово. Ну там, конечно, не супер профессионально, вот, может быть, не так сейчас. Готова? Я что было в прошлом время. Боль из-за тебя в себя поверю. Боль, ты делаешь меня сильнее, да. Я верю. Вау, это браво. Господи, вот, да. У меня вот Сашка, она поет классно, но она правда в музыкалку ходит. Она уже четвертый или пятый год в музыкальной школе. Я третий класс заканчиваю. Она начала петь, ее родители хвалят, вот эти все дела. А я решил, ну что, я повторять буду, что ли? Я решил на гитаре. А вот вообще классно будет и на гитаре,
интонируешь прекрасно, значит, ты запоешь тоже. И вот вместе еще и выступать будете. Ой, вообще здорово. Ну да. Вы прям поражаете, я в шоке. Хорошо. Вот, ну вот, ладно. Ну что, давайте тогда дальше. Саш, ну, все, это, да. Так, давай, хорошо, давай. Я немножко... Я вот хотел вам сыграть произведение, вот там пару советов, чтобы вы мне дали. Вот, а может быть вы ради интереса, как челлендж такой, может попробуйте тоже с рук снять? С моих. А давай, конечно, как такое не принять? Давай. Давайте, сейчас, только ее чуть-чуть гитару перенастроить надо. Угу, хорошо. Ой, почти все. Ну вот видите, как мне неудобно-то перед вами. Да ничего, мне очень интересно, на самом деле, что выйдет. Все, я перед вашим занятием столько репетировал, надеюсь, нормально получится. Ладно. Вот, да, ладно, все. Меньше слов, больше дела. Я готов. Так, давай, поехали. Я тоже готов. Тебе сколько лет еще раз? Нет, мне вот 13 скоро исполняется. 13 лет. Это безумно сложное какое-то техническое произведение. Ты в 13 лет такое играешь? За всю историю у меня пока, честно, таких еще не было учеников. Что 13 лет. Здесь надо очень много сидеть и заниматься. Ой. Я вот видео смотрел, и я вот с него вот так вот очень медленно, полгода, по чуть-чуть каждый день разбирал, вот снимал прям, а потом репетировал. Да, репетировал. Всю неделю репетировал. Полгода, а не неделю. Я даже это повторить, честно тебе признаюсь, я не смогу. Тогда давайте сегодня тогда пока чем-нибудь позанимаемся таким, ну, вот, ну, другим, наверное. Другим. Да. Что бы ты хотел чем бы ты хотел позаниматься сегодня? Можно табы, кстати, как раз с табами разобраться, может объяснить? Табами разобраться. Счетчик не забываешь. Ну что? Мы же с тобой. Ну. В честь нашего видео решили устроить легендарный масштабный розыгрыш. Легендарнейший розыгрыш, где будем разыгрывать очень крутые призы, ребята. Каждый захочет себе либо 5 наушников AirPods, либо 5 гитар. В общем, разыгрываем 5 наушников AirPods, 5 гитар. И все это всего лишь за подписку на наши телеграммы. Да, так что не ждите, просто подпишитесь. В общем, все условия в описании. Обязательно участвуйте, не пожалеете. Давайте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто, молодой человек? Значит, я Павел, меня зовут... Ой, я играю на гитаре,
Нет, я играю на гитаре. У нас коллектив с братом. Мы выступаем на днях рождениях. Мы хотим денег. Ой, мы хотим классно выступить. У меня брат танцует. Представляете, однажды он танцует, вот, а я говорю ему, подхожу и говорю: давай пойдем, будем сейчас деньги зарабатывать. Ты же танцевать умеешь, а я на гитаре играю. Вот, и он вот и приходит ко мне. Ой, я к нему прихожу. Мы хотим вам показать вообще, что будет. Молодой человек, а я с кем переписывалась? Со мной. Вот, меня зовут Павел, я на гитаре играю. Вы Павел? Да. А сколько вам лет, Павел? Мне 13. Вы не сказали, что вам 13. Так, а вы и не спрашивали. У нас есть номер, вы сейчас офигеете вообще. У нас, я играю на гитаре, мы к вашему выступлению вот этому готовились всю ночь. Смотрите, вы написали, что у вас там юбилей 50 лет. Мы специально с братом подготовили выступление в стиле ретро. Как у вас и написано. Он, это, знаете, русский Майкл Джексон вообще. Он так классно танцует. Поэтому можете послушать нас. Вот. Мы сейчас Павел, вам Я уже офигела, если честно. 13 лет вы такие переговоры ведете, на такие юбилеи собираетесь выступать. Это все замечательно, но только нет. Вы могли бы, знаете что, например, попробовать? Посмотреть в интернете, какие фестивали есть молодежные. В какой-то фестиваль молодежный подать заявку. Да, ну просто нам, понимаете, деньги нужны. У меня девочка, мне ее нужно что-то куда-то водить, содержать. Мне заработать нужно, поэтому вот мы ищем разные объявления. Павел, ну это очень, как сказать, похвально. Вообще вам 13 лет, а содержать девочку должны ее родители еще на данном этапе. А вам надо учиться и развиваться. Вот это самое лучшее, что я вам могла бы порекомендовать. У вас, несомненно, есть способности. А вы еще даже не слушали нас. Все, минуточку, послушайте, пожалуйста, нас. Все. Алло. Дело в том, что все пропало, все сбилось. Я не слышал, ничего не видел, все сбилось. Что ж нажать-то? Так что. Что? Что сказал? Он сказал, что ничего не слышал, а все зависло. Я так больше не могу! Пиздец, я так больше не могу! Нам нужен отпуск. Сейчас, давай перезвоним. Я там танцевал, ты видел? Не идет со звона. Жесть. Я готов еще раз танцевать. Все, она не берет. Я в ахуе. Один из плюсов игры на гитаре, когда начинаешь играть, все такие. И знаете, очень многие ошибаются в том, что думают, чтобы научиться играть так, чтобы все... Сложно. Нужно потратить 10 лет, в музыкальную школу ходить, учить ноты. А что, если я вам скажу, что это не так? Что научиться может каждый и в любом возрасте, и не за 10 лет. Играть на гитаре — это потрясающе. Своими руками создавать музыку, от которой все кайфуют, и ты кайфуешь, самое главное. Так вот, я без всякой воды и нудятины научу вас играть на гитаре, причем не на скучных упражнениях, а на крутейших популярных песнях. И после обучения в академии вы будете играть более 30 произведений. Сейчас мы набираем 7-й поток учеников, и у нас всего
всего 200 мест. Так вот, сейчас я вас шокирую, но давайте по порядку. Как вообще у нас устроено обучение в академии? Первый курс для новичков, для тех, кто никогда в жизни не брал в руки гитару. После его прохождения будете играть вот так. Причем ваши руки будут стоять идеально правильно, вы будете уметь читать табы и знать всю базу гитариста, чтобы уже начать играть фингерстайл. Ну и второй курс для тех, кто прошел первый курс. После его прохождения вы будете играть вот так. Кайф же. Представьте, вы будете играть так уже совсем скоро. Обучение проходит в онлайн-формате, поэтому вы сможете заниматься сколько хотите и когда хотите. И также у нас есть кураторы, которым вы на видео записываете домашку, они подсказывают вам и помогают. В общем, очень классная тема. Так, я обещал вас шокировать. Впервые в истории мы делаем скидку 30% на второй курс. А еще среди тех, кто присоединится, мы разыграем 7 гитар. Так что сейчас лучшее время учиться играть на гитаре. Следующий набор учеников мы будем делать только через 5-6 месяцев, и к этому моменту ты уже будешь играть вот так. Ссылка в описании. Изучай программу и присоединяйся к гитарной академии Акстар. Мне исполнилось вот 13 недавно. 13. Ну нормально, я как раз сам в 13 лет начал заниматься плотно вокалом. Как раз в это время созревает голос, мутация проходит. Но у меня пока нет ее. Единственное, я в лагере, меня научили на гитарке немного играть. И пою немножко. Мне просто папа говорит, я когда пою, я хочу петь классно, чтобы там девочкам нравится все такое. И мне папа говорит, что я пою как девчонка. Ну, слушай, это нормально в детском возрасте. Как раз голоса у мальчиков, они похожи на девичьи, но это не страшно. А играть ты умеешь? Я знаю несколько аккордов. Угу. Перед тем, как петь, давай немножко разомнемся, разогреемся, связки прогреем. А вы можете что-нибудь исполнить? Не знаю, просто интересно. Ну давай. И вообще, какой музыкой увлекаешься? Понимаете, я хочу вот что-нибудь спеть такое, более мужественное. Может, вы мне что-то вот поможете выбрать что-то такое? Вот что девчонкам можно спеть? Ну смотри, не знаю, насколько мужественная, но мне кажется, девчонкам понравится. Знаешь группу Ария? Да, знаю. Есть песня «Потерянный рай», слышал? Ого, знаю, давайте. Давай, сейчас я, конечно, сам не особо распелся. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Засыпай на руках у меня, засыпай, засыпай под пение дождя. Далеко, там, где небо касается край, ты найдешь потерянный рай. Классно. Разучим эту песню? Давайте, вот это очень классно. Не знаю, а у меня получится такую или нет? Да, я думаю, ты сможешь, но нужно сначала понять, в какой тональности тебе будет удобно именно петь. А если сыграть, как у тебя получится? Здесь есть аккорды с баре просто. Угу. Хотя, если транспонировать, может, можно их избежать. Как понять, какая у меня тональность? Нужно просто пробовать в разных. У тебя есть каподастр? Да, ну смотрите, я, может, вам спою, и вы сами подберете тональность мне. Будет непросто, но давай попробуем. Я сыграю квадрат, чтобы это... Окей, давай. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.
Вот так вот. Это реально ты поешь? Ну, смотрите, могу без гитары даже. Чисто вот так. Блин, класс. Я не знаю, что тебе сказать даже. Потому что мне кажется, вот, ты уже... Вот я побрутальнее вот петь. Ну, брутальней, слушай. Чуть-чуть повзрослеешь, и у тебя все будет в шоколаде. Ну, просто папа говорит, что вот я как девчонка пою. Может, какие-то есть советы? Ты можешь использовать это как свою фишку. Пусть как девчонка, зато как звонко, блин, и какие ты ноты берешь верхние. Ну, короче, реально не парься. Могу вот по гитаре тебе подсказать что-нибудь, по вокалу. Все у тебя реально на мази уже. Хорошо, ну давайте тогда, ладно. Ну, давай, гитарой будем? Да, да. Можно вот «Потерянный рай», например. Давай, давай. Барре, ты вроде умеешь, да? Угу. Тогда, мне кажется, знаешь, тебе на седьмой лад. А как его песня называется? «Потерянный рай». «Потерянный рай». Давайте я попробую. Сразу. Давай, давай. А бой какой там бой? Вниз, 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 вверх, вверх. А я восьмерка, короче. Да. И там еще приглушка есть небольшая. Да. Ага, дайте. Прям слушаю тебя, и прям хорошо на душе, приятно. Мне кажется, девчонки твои все будут. Даже если как девчонка пою? Даже так. Кстати, мне кажется, даже можно было бы и повыше каподастер еще. Там верхние ноты бы прям прозвучали. Ну прям да, сочно. Можно, кстати, да. Но я попробую. Попробуй, давай. Хорошо. Засыпай, на руках у меня засыпай. Это уже лучше, вот эта тональность посочнее. Давай. Вот так как-то получилось. Ребята, 123 тысячи лайков, и я уговорю Сашу, мы снимаем продолжение. Попробуй уговорить. В общем, все в ваших руках, ребята. Очень вас сильно любим, ценим. Спасибо, что вы есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому видео. Мы обязательно все прочитаем. Я постараюсь ответить, Саша мне постарается помочь в этом. Да, конечно. Не забывайте про розыгрыш в телеграм-каналах. Мы разыгрываем 5 гитар и 5 наушников AirPods. Да, крутейшие призы, их много. Всего лишь за подписку, все условия в описании. Все, ребята, спасибо вам еще раз. И пока-пока.